меня просто взяли и вытянули, понимаете, как я? Ну, как обычно. Таких, как я, не единицы, а миллионы. Ну, а что надо было делать это? В те времена, в 90-е годы, это начало перестройки, все. Ну, пришлось заниматься бизнесом. Мы создали только семейный бизнес. У нас только вот я, жена, сын, дочка. Сейчас внучки, внуки растут. Ну вот хотим им все это передать. Свои были кое-какие сбережения, ну которые мы же с 90-х годов это все это начинали. А в основном взяли кредиты. У нас хорошая кредитная история. В свое время, когда вот на зеленой неделе там Владимир Владимирович до своего срока, когда президентом был, он когда на стенде Московской области увидел наши паштеты, он просто удивился, говорит, неужели, говорит, у нас в России стали производить то, что как на Западе это все. Да, мы ему рассказали, да, действительно. Паштет этот мы вот с начала 90-х из Бельгии завозили. А потом мне просто в голову пришла, знаете как, ну купи-продай это как-то, ну, я считал, что это нехорошо. Надо чем-то заняться. Мы не только должны там нефть, газ торговать, а какое-то импортозамещение. Тогда думали об этом. И мы как бы одни из первых как бы вот сделали это уникальное предприятие. И это вообще само по себе уникальное предприятие. Мы как бы заточены на производстве паштетов. Мы кроме паштетов ничего не делаем. Когда санкции не вели против нашей страны, мы сырье где-то процентов 80-90 закупали иностранное. И вот поймите меня правильно, когда мы закупали иностранное сырье 2 года тому назад, оно нам обходилось по 40-45 рублей. Когда санкции ввели, и наши бандиты, как я их называю, вот которые там, мясопереработчики, вот которые, понимаете, хотели, они хотели, они взвинтили цену до 125 рублей. 300% праздник, вы понимаете, да? Бодяжить мы не стали. Просто у нас принцип такой, не бодяжить, да, обороты упали. А меньше оборотов, меньше выручки. И вот нас, вот эти 2 года стало, извините за выражение, так, ну, если по-мясному сказать, колбасить. Мне надо что-то добавить в свое производство. Хотя у меня производство, мы его используем только, ну, может быть, на 1/3. И если вот мы пройдемся, вот, вы увидите очень много свободных мест, где можно все производить, понимаете? Полностью всю ту линейку, которую делает мясокомбинат. Ну, надо как-то выживать. Не я этого хотел, это просто вот так вот, понимаете, звезды стали. Физкультурка, она лечит, а большой спорт калечит, понимаете? Как? Он высасывает такие соки. Ну, сейчас я как, ну, у меня внучка сейчас играет, ей 4 года, в теннис. Ну, я большой любитель. У меня дома, у меня теннисный корт. Ну, я там как бы играю, понимаете, вот как. Приезжает кто? Ну, так, свое удовольствие. Плаваю в бассейне. Свое удовольствие, как бы себя не напрягает. Коровками нашими заниматься, это же ведь не 1 год, не 2. Это надо десятки лет, чтобы воспроизвести все это. Это очень тяжелый труд. И здесь надо просто, как бы, как сказать, засовываешь деньги, не знаешь куда. Хотя каждый человек в нашем государстве любит молочко, сметанку, творожок, сыр, все. А чтобы как-то помочь, ну нету. Я в течение 4 лет выращивал этих коровок. Мне землю не дали. Субсидии по коровкам не дали, а это миллионы, десятки миллионов рублей. Просто чиновники, они как бы не понимали. Думали, что это как бы, о, какая-то ерунда. Ну, вы понимаете, сейчас мы как бы на своем семейном совете решили, да пошло все. Я сюда вложил, если не поверите, за эти 3,5 года 140 миллионов. Вы поймите меня правильно, не маленькая сумма. И хотел бы еще и еще вкладывать ее. Но землю не дают, а дают землю, вы знаете кому, не поверите, дадут. Вьетнамцам каким-то. А мы?